Доброго вечора. В ефірі тема дня. За даними відділення поліції у порту Херсон, днями у Голопристанському і Генічеському районах затримано браконьєрів. Від їх діяльності збитки склали понад 166 тисяч гривень. Як запобігти цьому факту, говоритимемо сьогодні із гостем теми дня Максимом Жарковим, начальником відділення поліції у порту Херсон. Доброго вечора. Доброго вечора. Максиме, то давайте одразу розмежуємо, як відрізнити браконьєрський вилов від промислового? Промысловик имеет все законные основания, соответствующие документы на вылов живых водных биоресурсов. В отличие от браконьера, который осмысленно идет на нарушение закона с целью наживы и, соответственно, получения наживы вылова водных биоресурсов. Але ж і промислові, і браконьєрські вилови мають бути дещо обмеженими. Ми поспілкувалися із фахівцями на зв'язочку телефоном з нами Павло Кутіщі, виконувач обов'язків завідувача кафедри водних ресурсів та аквакультури Херсонського державного університету. Давайте послухаємо, як він коментує, будь ласка. Промислові вилови, а точніше об'єми цих виловів по кожному виду риб визначає Інститут рибного господарства. Тобто вони, працюючи на контрольних ловах, визначають запаси і роблять прогноз на майбутній рік, скільки можна ловити промисловикам риби за різними видами риб. Серед цих видів риб є види риб, які не лімітуються, це білий товстолов, наприклад, і карась. На інші види риб, більш цінні, визначається певна квота. Ну, наприклад, судак, щука, тараня, короб. А ця квота вже розподіляється між промисловими рибалками. Якщо промисловик дотримується правил рибальства і чесно використовує свою квоту, не ховає вилов. Якщо він чесно відпрацював і собі лишнього не взяв, то ніякого негативного чинника він не вносить. Бо всі ці квоти визначають спеціалісти та вчені Інституту рибного господарства. Але ж, якщо виловили надто багато промисловців, на вашу думку, це шкодить біосфері нашій? Конечно, это есть угроза, но, скажем, промысловик должен соблюдать квоты свои и, соответственно, чтобы не было перелова. Вот, то есть это все контролируется, при желании это все можно регулировать. Вот, ну, бывают случаи, конечно же, и промысловики нарушают. Ну, скажем, и они стают уже браконьерами тогда? Конечно, они автоматически становятся браконьерами. Да. Скажи, пожалуйста, когда, сколько и что можно ловить? Вот сейчас, в вересне. Сейчас промышленный лов открытый. В принципе, работают и как и на сети, как и на невода промысловики. То есть у каждого есть в каждом регионе, там, в зависимости от свои режимы, на определенный вылов рыбы, на определенные добычу водных биоресурсов. То есть это довольно-таки масштабная уже такая информация, то есть, которую можно долго развивать. А все ж таки, давайте трошки точніше. Є Чорне море, Азовське, річка Дніпро. Да. Якщо розрізняти моря, де можна, скільки ловити? Тоже, это все очень обширно можно объяснять. Ну, для примера, грубо говоря, если, вот сейчас идет, например, запрет на кефаль. Если по геническому, то есть сейчас уже можно заниматься промыслом по кефале, то по Черному морю еще запрет до 10 числа. Вот. И, соответственно, то есть это все зависит от миграции рыбы, то есть от миграции видов рыбы в данных водоемах. Сколько какой рыбы можно зараз ловить? В большей мере, я еще повторюсь, то есть у нас очень много видов рыбы, которые не лимитированы квотами. Вот. И по большому счету эти виды, ну, скажем так, и остались. Те, которые лимитированы, их уже непосредственно в большей мере под контролем госрыбохраны, скажем так, рыбного патруля, они уже этот более осуществляют контроль. То есть полиция либо дополняет
органы, которые непосредственно несут контролирующий вид деятельности своей на воде за вылом водных биоресурсов, и реагируют на прямые браконьерские и криминальные какие-то действия со стороны браконьеров. Але ж до біоресурсів належить не лише риба, це і креветки, і раки, вони також підлягають певному обмеженню. Звісно, це і раки, і краби, і всі види. Скільки можна ловити зараз раків? Зараз раків, в принципі, видається, лімітується вилов раків орудієм, кількістю орудій лова, тобто так же, як і креветки. Тобто розподіляється на определений район. Там, например, это Азовское море, Черное, либо если это по раку, по Днепру. То есть определенное количество орудий лова на область. В область уже непосредственно распределяет их между пользователями, которые уже пользователи непосредственно выдают определенному количеству рыбаков, там, кому 5 ятерей, кому там 10. Ну и таким образом оно и лимитируется. Ну, там большие объемы по креветке, я знаю, вот по Черному морю там 500 с чем-то тонн допуск идет на вылов креветок. Ну, по большому счету, это объем его не надо, его достаточно, если промысловик работает по-честному, по-белому, ему достаточно это показывать, и никаких проблем у него не будет. Так же, как там по реке, например, вылов толстолоба. Проблема в другом, что, например, если промысловик выловил порядка там, ну, 20 или 30 тонн толстолоба, вот. Проблема в чем? Он его может весь показать, и ничего не будет. Но ему надо платить с этого всего объема налог. И вот есть нарушение, почему происходит хищение. Чтобы не платить налог, то есть показывают и некоторые, скажем так, нарушители, промысловики, там 5 тонн, а 15 тонн уже могут их провести по-черному, чтобы не платить государственные налоги. Вы патрулюете и моря, и речку, так? Да. Где наибольше крадуть? Где работают браконьеры? Крадут везде одинаково. И на речке, и на море. А где ловите больше? Так как наше подразделение, скажем так, вновь реформированное, организованное, ну, третий год мы существуем. Вот. Поэтому первые два года мы работали сугубо речка, водохранилище и лиман. Вот. Ну, у нас не хватало мощности, как, скажем так, по личному составу, так и по технике, по катерам работать по морю. С этого года при поддержке национальной полиции, которые нам уже выделили очень мощные, хорошие катера, мы уже в состоянии и работать полноценно по морской глади, как Азовского, так и Черного моря. Поэтому с этого года, с этого лета, то есть с начала курортного сезона, мы приступили полностью по всей области нести службу. В большей мере летом это был в первую очередь охрана публичного порядка для того, чтобы безопасно отдыхающие проводили время, вот, максимально реагировали на ситуации какие-то связанные со штормами, вот, и так далее. Но и не забывали и потихонечку присматривались к специфике работы браконьеров в первую очередь на морях. Вот. У нас есть результаты уже, результаты очень, ну, довольно-таки неплохие. Специфику работы, ну, практически мы уже поняли браконьеров. И плюс по морю был, как правило, летом запрет. Ну, где-то меньше, раньше он заканчивается. Вот. То есть как у нас нерест идет весной по Днепру, так летом запрет, как правило, по морям. Вот. И мы уже включились, то есть есть хорошие результаты. И сейчас будем продолжать нести службу также по всей области, включая моря. А если говорить про градацию порушения, соответственно, и покарания, то, скажите, есть соответствующая дальность за то, если браконьеры выловили саме червонокнижную рыбу? Да, конечно. Краснокнижные виды рыбы у нас присутствуют, как и осетр, который заходит на нерест к нам в Днепр по весной. С ранней весны начинает заходить и белуга. Вот, и российский осетер, вот. А в море значительно больше видов краснокнижных. Там получается, в чем намного больше сумма ущерба. Очень большие суммы ущерба, соответственно, мало кто, ну, скажем так, намного меньше браконьеров позаряются вот на вот этот, скажем так, браконьерский вид промысла на краснокнижных.
большая степень ответственности и очень большие штрафы. А размер рыбы имеет значение? Нет, размер рыбы не имеет значения. То есть рассматривается только как за единицу. На какие ловят снасти? Снасти, ну, конечно же, самые распространенные – это сети. Сетей тоже разные. Есть и сплавные сети, есть ставные сети. Разновидности сетей присутствуют. Ну, конечно же, есть и, например, по краснокнижным и переметы ставят, и там по другим видам рыбы, там на пауки ловят. И присутствуют даже, конечно же, в редких случаях, ну и не вода, браконьерские могут работать, которые очень большой, скажем так, ущерб несут. Ну, по сути, все виды орудий лова используются как промыслом, так и браконьерами. Але ж ловити також можна, завдаючи шкоду навколишньому середовищу, або лише ловити рибу. Якщо ловлять на електровудку, наприклад, чи на інші вибухонебезпечні або отруєні речовини? Не часто це практикується, але є любителі, скажімо так, це віддільна, скажімо так, каста браконьєрів, які більше всього негативно відносяться, як і ми, со стороны полиции, закона, так и граждане, так и те же многие промысловики и большой ряд браконьеров. Почему? Потому что помимо того, что это небезопасно для здоровья и для жизни самих, скажем так, браконьеров, которые используют такой вид орудий лова, как электроудочка, взрывоопасные вещества и так далее. Вот. Это очень сильно поражает окружающую, ну, в большей мере гибнет очень большое количество рыбы. Вот. Оно потом, даже та, которая не погибла, она не в состоянии потом уже размножаться, это в лучшем случае и так далее. То есть браконьер, грубо говоря, словил там незаконно на 10 тысяч гривен, да, он обогатился, а на сотни тысяч гривен он, завдав шкоды окружающей среде. Поэтому это не приветствуется, по сути, никем, и за это очень, очень серьезно. То есть это уголовно, это сразу уголовное производство однозначно, вне зависимости от суммы ущерба, вот, скажем так. Тобто карается по-разному административно и карна ответственность. За что, яка ответственность? Получается, административная, несет административную ответственность браконьер в случае, если у него небольшая, скажем так, сумма ущерба. Ну, в каждом водоеме, грубо говоря, в каждом районе, в каждой области это просчитывают там ихтиологи, экологи и так далее, институты, где какая сумма ущерба считается значительной. Вот. Ну, грубо говоря, есть места, где и от 1000 гривен уже может быть уголовное производство, где от 3, ну, местами есть и там от 5000. Ну, вот в таких пределах, скажем так, то есть, грубо говоря, там 1000, может быть, еще спасет человека, там 2000 гривен ущерба, если там несколько рыбин поймал, это может быть административное правонарушение. Если больше, это уже уголовное правонарушение. А яка найстрашніша, найкрайня більш межа покарання? Наскільки можуть людину посадити? Ну, могут и на 3 года посадить. Вот. То есть это в зависимости уже по решению суда, это уже принимает решение судья. Але ж я знаю, що були ще більш страшні покарання. Люди платили життям за ловлю, зокрема електровудкою, так? Да, що це періодично відбуваються такі трагічні ситуації. І приведу в примір, от в этот нерест на Кременчуцькому, якщо не ошибаюсь, в районі Кременчуцького водохранилища був случай, гражданин порядка там лет 60 ему было, взял с собой внука 12-летнего, у них была самодельная электроудочка. Ну и закончилось это летальным исходом их обоих. Ну, вот, это показывалось СМИ. Через уражение током? Да, конечно. Да. Электроудочки есть и, скажем так, кустарного производства, есть, приобретают их там китайские и так далее. Есть такие, скажем так, не мощные, а серьезные браконьеры по электроудочкам, скажем, у них даже может быть сам корпус, вся лодка служить огромным, скажем так, устройством всей этой электроудочки. То есть как прогресс идет вперед, так и браконьеры тоже бегут вперед. Ну, иногда они платят за это жизнью,
Поэтому на их месте я бы посоветовал одуматься и не заниматься. Зокрема, самі виготовляють, так? Да. Самопальні, да, так звані, да, да, знаряддя ловує. Да. Скажіть, будь ласка, ви можете вилучити, не дочекавши фахівців, які встановлять суму збитків, вилучити транспорт, знаряддя лову і так далі? Чи ж треба якісь слідчі дії? Конечно. То есть, какая процедура? То есть, если мы выявляем на воде или прибрежной территории, если это нерест, это достаточно и на берегу находиться вблизи водоемов, есть орудие лова, ну, в нерест там они однозначно, там промысла никакого не может быть, то даже в среди года, то есть мы обозначаем. То это же зрозуміло, что это браконьеры. Это в нерест, да. Если не нерест, то есть мы запрашиваем документы у этих людей. Если нам предоставляют полный пакет документов на промысел, то ну, мы можем, если есть подозрения какие-то, что-то нам не нравится, да, мы видим какие-то нарушения, мы можем вызвать либо рыбный патруль, либо, если это территория национального парка, сотрудников национального парка, либо сотрудников экологии, которые уже более тщательно будут вникать в эти документы, уловы, приловы и так далее. Вот. Если нет никаких документов, однозначно это браконьерство, то есть мы вызываем следственно-оперативную группу, вот, и, которая фиксирует факт, и вызываем специалистов, ну, как, например, там, экологии. И уже совместно мы оформляем этих правонарушителей. А какие взагалі документы мають бути на промисловий вилов? Ви зазначили ще які? Ой, для промышленного лова надо там пакет документов. Это удостоверение рыбака, судовой билет, акт технического осмотра судна, журнал учета изъятых биоресурсов, журнал учета приема биоресурсов, решение, разрешение на промысловый лов, договор аренда рыбоприемного пункта и так далее. То есть там целый пакет документов идет. Вот. Что касаемо любительского лова, достаточно удостоверения рыбака и удостоверения там, судоводителя и документы на транспорт, на лодку, на маломерное средство. Тобто на плавзасіб має обов'язково бути документ. Якось скажіть, будь ласка, залежить наявність документів від браконьєрства? Якщо просто немає документів на плавзасіб, інші є? Ні, браконьєрські дії, тобто це не має значення, як осуществляється. На плавзасібі, вброд може чоловік браконьєрством займатися. Можуть, якщо тракторами стягують, не вода, якщо там мілководі і так далі. То есть все, что участвует в браконьерском, браконьерском промысле, все это изымается однозначно. Вот. Если это также может быть наоборот, может быть промысловик, полный пакет документов, работает бригада, но, например, с ихними плавзасобами какие-то проблемы с документами. Конечно же, это тоже есть нарушение, но это уже другая. Ну, совсем по-другому уже мы рассматриваем эти моменты. Вы рыбу и інші биоресурсы одразу выпускаете в воду вилучені? Значит, как правило, мы стараемся осуществлять свои рейды с сотрудниками экологии, либо рыбного патруля, либо того же нацпарка, вот, которые непосредственно сразу по месту фиксируют. То есть это выпускается рыба, не выпускается. Да. Бывают случаи, когда мы сами можем наткнуться на какие-то сети, мы сразу оповещаем одну из этих служб и делаем регистрацию на 102. То есть мы обозначаем, что выявлены браконьерские орудия лова, так как на них мы не видим бирок и всего остального, но если мы говорим о браконьерстве. Мы обязаны сразу, то есть сообщить и извлечь браконьерские орудия лова из воды. Почему? Потому что, чтобы остановить правонарушения, потому что бывают случаи, что после звонка, например, эколог говорит, мы можем работать гигиенически, он говорит, мне надо 4-5 часов добраться к вам. За эти 5 часов там еще будет масса рыбы, которая забьется в эти же сети. Вот. То есть мы, тобто ви уже одразу вилучаєте, і от ми бачимо на відео, і випускаєте, але да, ж поки ці 4-5 години, наприклад, у такому випадку, як ви вже зазначили, їде інспекція чи екологічна служба, риба ж дохне, раки, креветки. Конечно, да, вы поэтому маєте мы право все живы. Приймати, да, мы, рішення на місці. Мы имеем такое право, и в первую очередь мы имеем такое гражданское право. Вот.
выпускать в живом виде водный биоресурс. Это необходимость, потому что в первую очередь мы пытаемся это все сохранить, вот, а не показать, что вот мы столько там чего-то там, знаете, достали. Конечно, все, что мы видим живое, мы выпускаем. Вот. Если явно, с явными повреждениями рыба, да, и понятно, у нее малый шанс на то, чтобы выжить, конечно, она остается уже, ну, в сетях, изымается, вот, во-первых. Во-вторых, у нас практически все сотрудники, 90% личного состава прошли курсы в нашем аграрном университете по ихтиологии. То есть мы, ну, скажем так, ознакомлены маломальски, то есть что и как, когда принимать решение, что считать рыбой, которая есть перспектива еще жить, скажем так, что нет. Это то, что мы прошли, и то также хочу отметить, что ну, 80% личного состава на сегодняшний день проходит заочное обучение в аграрном нашем университете, на факультете рыбного господарства, то есть мы это изучаем. Как бы это не есть наша обязанность, но это опять же наше решение, так как мы здесь работаем, нам надо это все понимать и знать. Поэтому якщо рибу ви вилучили, яка вже не житиме, ви бачите, або вже здохла, ви її не випускаєте, то куди діваєте? Значит, в любом случае, даже если это бесхозное орудие лова и изъята из нее рыба, либо это браконьерская, то есть с лицом, с которой будет привлекаться, всю эту рыбу на место приезжают сотрудники экологии, опять же, либо рыбинспекции, скажем, мы передаем им, они ее изымают. И в дальнейшем они уже, ну, ее реализовывают, ну, у них есть договора с предприятиями, которые в дальнейшем эту рыбу реализовывают, и эти деньги идут в бюджет. Но это уже, скажем так, их парафия. Мы всю рыбу отдаем в эти службы. То есть полиция не изымает, тем более с бесхозных сетей рыбу, никуда ее не увозит. Ваше завдання – ловити і запобігати, так? Да, За допомогою якого ви знаряддя працюєте? Ви вже сказали про розширення штату, про нові катери. Що це за техніка? Так, да, ну, в першу чергу, це транспортні средства, які, як автомобілі, це лодки, це пристрої для там, ночного видіння, там, як тепловізори. Ночники, обычные бинокли, это все у нас в ход идет, рации. Сейчас у нас, вот, иногда мы привлекаем квадрокоптеры, в ближайшее время мы тоже, ну, рассчитываем, что у нас будет непосредственно в службе, это официально задействованные квадрокоптеры. Ну, вот. А як використовуватимете квадрокоптери? Ви наздоганятимете браконьєрів чи для чого вони? Ні, квадрокоптер в більшій мірі нужен для отримання оперативної якоїсь інформації. Тобто, він патрулюватиме? Да, конечно, выявляет перемещение браконьеров перед тем, как отрабатывать каких-то браконьеров, то есть как проводить какую-то спецоперацию. То есть к нам надо сначала подготовка. Вот мы подготавливаемся как информационно, так и, ну, сейчас в современном мире у нас уже, и, скажем, квадрокоптеры есть и все. Вот, браконьеры тоже в связи с нашей активностью в последнее время, и они видят, что мы обеспечены вот этими всеми современными, скажем так, приладами, они тоже, те, которые, скажем, серьезно этим занимаются, они тоже приобретают потихонечку уже тоже тепловизоры, тоже квадрокоптеры, ну, в обратно, для того, чтобы подслеживать наши действия, наши перемещения. Вот, ну, как-то так. Вы працюете и в день, и в ночи, если користуетесь тепловизорами, да? Что вы робите в ночи? Да, основная работа у нас проходит ночью. Днем это у нас наработка информации, это охрана публичного порядка, это вот в большей мере, скажем так, безопасность граждан в каких-то районах и так далее. Ну, водной полиции функции не только по борьбе с браконьерством. Борьба с браконьерством – это одна из составных и далеко не основная наша функция. Наши функции, как у всей полиции, ничем не отличаются. То есть мы выявляем и кражи, и грабежи, и оказываем публичный порядок, в общем, вот так вот. Но учитывая наш регион, нашу проблематику нашего региона, который находится полностью на воде, омывается со всех сторон реками, морями и все, конечно же, одна из основных проблем – это браконьерство. Поэтому непосредственно у нас в области этому очень большое внимание по команде нашего руководства,
мы выполняем вот такие вот задачи, одни из основных, пока так. Надеемся, в ближайшее время службы, которые будут, должны непосредственно этим заниматься, они окрепнут и будут они этим заниматься, а мы им только помогать. А где найчастіше берете информацию про незаконный вылов? Найчастіше мы добываем в большей мере, конечно же, сами, потому что у нас есть криминальный блок, у нас есть оперативные сотрудники, которые, конечно же, как и все на земле полицейские, добывают информацию с источников, в общем, разными путями, которые не обязательно афишировать. Вот. Но, скажу честно, очень благодарен тем гражданам, которые в нашей области не безразличны. И как звонят нам, пусть даже и анонимно, на нашу горячую линию, на наш дежурный телефон, скажем так. А мы телефончики показываем зараз. Да, и так осведомляют, скажем так, жалуются, пишут, приходят какие-то там заявления с просьбой отреагировать, вот, например, в ихнем селе или вот. Это очень тоже большую роль играет. Вот, скажем так, вот информация присутствует практически все время у нас. А якщо інформатор, який повідомив про вилов риби, помилився, ви приїхали, а там промисловий вилов, за це передбачено якесь покарання? Ну, в принципі, да. За ложний визов предусмотрена адміністративна відповідальність, це стаття 83. Вот. Но скажу, как вам, в наше отделение полиции, ну, это и были единичные случаи, и эти случаи были, скажем так, неумышленные в большей мере. Чаще всего это какие-то дачники, там, как правило, это возрастные люди, они немножко не могут определить, они не могут принять, например, браконьера за промысловика. И вот телефон горит, все, браконьеры. Но опять же, владея информацией и взаимодействуя с другими службами, мы перед тем, как куда-то бежать, мы оперативно обрабатываем сначала информацию, и мы уже понимаем, если это промысел, мы можем созвониться и уточнить, там вы, не вы. Вот, если нет, то, конечно же, мы уезжаем и реагируем. То есть это единичные случаи, то есть проблем от этого у нас не было. Тобто ви співпрацюєте ще й з мешканцями Херсонської області, так? Звісно. В першу чергу у нас йде напряму взаємопонімання з людьми. Тобто наша задача не обозлити людей, і не говоря вже рибаків, і там, тих же браконьєрів, а навести порядок, допомогти, скажімо так, щоб дійсно було все правомірно. Я вам дуже дякую за участь у нашій передачі. Глядачам нагадаю, сьогодні у темі дня із Максимом Жарковим, начальником відділення поліції у порту Херсон. Ми говорили про браконьєрство, а також про те, як його подолати. Зустрінемось ще у темі дня. До побачення.